Давай! Давай! Это ж презервативы. Ничего особенного. Зашел, спросил, купил, вышел. Зашел, спросил, купил, вышел. Так, зашел, спросил, купил, вышел. Только бы не спалиться. Спасибо. Что скажешь, чувак? Что надо? Могли бы вы мне помочь с... Прости, чувак. Моя смена закончилась. Добрый вечер. Чем я могу вам помочь? Как поживаете? Подожди, подожди, подожди. Ой, да ты так похож на моего сына. Ой, божечки, вот это да. А можно, пожалуйста? Он хочет стать священником. Что это? Пластырь от геморроя. Дайте два. Дайте эти мятные леденцы, эту плюшевую игрушку и... Презервативы. Извини. Презервативы. Извини, я плохо тебя слышу. Говори чуть громче. Презервативы. Презервативы! Ты говоришь об этом как маленький ребенок. Какой размер, размер нужен? А, попался! У них нет размера. У тебя это впервые? Точно, девственник. Покажи ручонку. Ага, нервничаешь. Покажи вторую. А, ручонка-то изменилась. Раньше, когда мы жили на ферме, мы использовали кожу от бараньих яичек. И чтобы сэкономить, использовали снова и снова. Какие хочешь? Дайте мне любые. Как знаешь, любые? Тебе надо хорошенько чпокнуться. Смотри, эти с пупырышкой. От них неописуемые ощущения. Похожи на кожу от бараньих яичек. Вот эти замедляющие, они подходят для нежелательного семяизвержения. Тебе, как новичку, сумеют и иные впечатляющие. А вот эти особенные, с ароматом. Скажу по секрету. Я люблю со вкусом земляники. Я использую как жвачку. Дайте вот эти. Что за ерунда? Племяшка! Племяшка! Чичико! Не называй меня Чичико, дядя! Что это такое? Мы семья, а он не здоровается. Поздоровайтесь. Нет, никак не работает. Кто-нибудь из вас знает код замедляющих презервативов? А замедляющих презервативов? Ой, даже не знаю. Их раньше никто не покупал. Сейчас все сделаем. Пожалуйста, код замедляющий презерватив. Четвертая касса. Пожалуйста, код замедляющий презерватив. Четвертая касса. Вот код. Замедляющие? Это вот $12. Хочешь зарегистрировать покупку на себя? Последнюю покупку без регистрации. Мои поздравления. Расскажи нам, что ты приобрел в аптеке, чтобы стать тысячным покупателем. Как тебя зовут? Эван. И, к слову, ты первый, кто выиграл в нашей аптеке. Фото на память. Я его дядя! Я его дядя! Чичико! Чичико! Скажи всей стране, какую последнюю покупку ты совершил, чтобы стать тысячным покупателем? Плюшевую игрушку. Презервативы! Для него это будет впервые! Впервые! Двойной приз! Если ты хочешь передать кому-то привет, воспользуйся моментом! Доченька, это твой парень? Да. Чтоб таких бы больше в нашем доме не было. Поздравления для Чичико! 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 Чичико!